Приветствую вас, слушатели и смотрители моего стихотворного арт-канала «Майтаймята». Поздравляю вас с наступившим праздником Пасхи, одним из символов которого является яйцо. Яйцо – это символ начала, зарождения жизни, новой жизни, того, что жизнь продолжается во всех культурах. Поэтому будем праздновать это обновление, весеннее обновление жизни. Будем надеяться, что новая жизнь наша будет еще лучше, чем предыдущая. Ну и маленький стишок. Обещание Пасхи. Я обнулилась, внутри меня пустота, внутреннее вывалено и вычищено. Теперь там формируется яйцо. Сначала должна сформироваться, образоваться плотная скорлупа материального мира, а потом зародыш нового содержания. Что там будет и кто родится, не знаю. Но Пасха нам обещает и сулит, как покрасить в красное скорлупу этого нового внутреннего яйца. Пасха на пороге. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем проживать эту жизнь земную вместе и радоваться.